связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции заявление принял и парламент Азербайджана. В документе отмечается, вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года известной резолюции Национальной ассамблеи этой страны, 30 ноября также организовала предвзятую политическую акцию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права, приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Милли Меджлис заявляет, что эти резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, знаменуют превращение законодательных органов Франции в арену политической авантюры. Мы также категорически отвергаем эту резолюцию Национального собрания Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие, подчеркивается в заявлении парламента Азербайджана.